перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, ебать. Здорово, блядь, здорово. Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Здорово, ребят. Йоу! Сколько лойсов сразу прилетело от кого-то. Здорово. Ребят, я хочу, чтобы вы чувствовали себя, будто смотрите хоррор. Поэтому я в капюшоне сижу. Здорово. Подготовка, да зачем? Я думаю, что фристайлом как-нибудь обойдемся. Мы договорились фристайлить. Здорово. До Нового года же еще так не скоро. Привет. Когда обсудим, короче, наверное, уже когда я с Питера прилечу, я на выходные на эти улетаю, Кликс. Может, попробую что-нибудь придумать, может, раньше сломимся как-нибудь. Че, ПМ зашел, что ли? Он, наверное, просто в Инстаграм зашел через... А, все. Да, Влад, совсем большой стал. Я тебя вот таким помню еще, я там рукой показал низко. Тут не видно просто из-за... Но вот таким вот вообще. А, ну так вот, давай тогда после понедельника пересечемся. Здорово, здорово всем. Че, Влад, как отпраздновал? Че там в Рибаке? Когда новая коллекция? Какой нахуй стокгольмский, бля, эту хуйню не выговорю. Стокгольмский синдром, ты что, поехавший? Причем тут это? Ты до какого будешь в СПБ? В СПБ я буду до 11 числа. Летай, не понимаю вообще, блядь, прикола летая. Он очень, по-моему, добрый чувак такой, лучезарный, но я вообще не понимаю, чем он, короче, нравится. Сектора, ведь он стал, кто стал таким же пиздатым. Отпраздновал хорошо, кушал. Молодец, Влад. Режим питания нарушать нельзя. Это главное. Пары на Лигван выпустили. Выпустили, да. Там я есть, если что. Можете посмотреть эту афишу. Я, блядь, на ней. А что у вас там опять, что ли, какая-то будет, как это называется-то, корпорат? Бля, заебался махать, давайте я просто, типа, помахал всем сразу, если что. Как жизнь? Охуительно. Спать охота только, а так охуенно. Да нет, был бы, скорее всего. Компромат. Так, если вы имеете в виду, что Огила пиздал, то я что должен сейчас рассказывать, что я буду читать, что ли? О, здравствуйте. Господи, Волк Ити зашел еще. Здорово. Ага. Так, ну я, короче, минут на 20, получается. Мне тут сообщили. Как же Огил тебя разъебет. Ты что себе позволяешь, блядь?
Хорошо. Так я и так боюсь. Я всю жизнь старался избегать хорроров, ужастиков и прочего говна. Да, с Микси батлю. Да не, Микси же писал, что он меня вынесет 100%. Поэтому я думаю, что смысла батлить с Микси нет, уже все понятно. Ебать ты, Витя Бови на максималках. Такого мне еще никто не говорил. Интересно, я амбассадор чего тогда? Устроил Гилл Хоррор. Есть, Сектор, братишка. Не знаю, ребят. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Что-то, наверное, какая-то скучная трансляция получается, потому что я пиздец как спать хочу. Пишите какую-нибудь хуйню. Во-первых, не Бови, а Боуи. А вы слышали, Микси там выпустил трек какой-то про Импалу, что машину себе хочет? Боуи, правильно, да. Покажи жопу. Да не. Хуйня трек. Но я не слышал, кстати. Что сам просил показать? Спросить меня? Ваша команда победит? Да, скорее всего, наша команда победит. Потому что наша команда намного сильнее. У нас намного перспективнее игроки. Так что да, наша команда победит. Ой, блядь, где киборг? Ёбаный рот. Ёбаный. Надеюсь, Огил также будет шутить. Что по поводу призрака коммунизма думаешь? Да ничего, блядь, я минуту его видел. Я вообще не знаю, кто это, типа. Я видел его заявку, прикольная. Посмотрим, если круто выступит, заебись. Не круто, ну, соответственно, не заебись. Вообще не знаю, что он там. Как по заявке же нихуя не скажешь. Кого вызовешь, если победишь Огила? Не знаю. Не думал вообще. Я вообще только сегодня понял, что я типа буду батлить именно на Лигван. Я думал, это ивент будет просто. Привет, Огил. Когда батл с Сектором? Да скоро. Осталось уже хуйня там что. Паркур или тектоник? Блять, тектоник, конечно. Ты что, ебанулся, братан? В паркуре можно пострадать. Можно упасть и повредить себе какие-нибудь там органы важные. Поздравляю тебя с ЕГЭ по-русскому, но тут особо-то, там же легко, типа, все. Отец Огила против Огила, ну, блядь. Кто-то там рассказывал, что у Огила пахан миллионер, то ли Дизвилс, то ли кто, то ли миллионер, то ли миллиардер, блядь. Страшно батлить с ним. Здорово, здорово. Мне 16 лет, моей тёлке 15, встречаемся неделю, как скоро её выебу. Все зависит от окружающей среды, друг мой. Если вы живете в районе, где жил Микси, то, думаю, ты уже должен был её выебать. Как тебе команда Рестера? В ней ты и Казанский. Охуительно. Одень очки и натяни капюшон. Откуда мне очки, блядь, где движ очки? Вот, блядь, я сейчас такой запустил трансляцию, только хотел сказать. Ребят, надеюсь, больше не будет вопросов насчет того, когда батл. У меня прямо на странице эта хуйня висит, где написано, когда батл. Если у тебя уе город, то скажи, что типа не по понятиям так долго пацану мозга ебать. Пока незаметно, что у вас и команда есть шанс на победу. Да мне похуй, что тебе там незаметно. Моя команда все равно выиграет. Так нельзя ни в коем случае, брат. Пизду лизать ни в коем случае нельзя в таких опасных районах. А ведь узнают обязательно. Пацаны пробьют и все. Пиздец себе.
Вы думаете, вот микс лизал хоть раз? Я уверен, что нет. Да, конечно, дружный коллектив. Как иначе-то, блядь, это же батл-рэп. Ну, Санта-Стефана у меня 130 стоит там, блядь. К чуваку, который на нас похож, я никак не отношусь, не смотрю то, что он делает. Но говорят, есть какие-то там прикольные видосы. Батл между Окси и Смоки, блядь. Как к Окси относишься, да, нормально? Как тебе батл Сойера и Летая? Очень не понравилось. Микс и третий ментор. Ну, блядь. Похоже на то. Давай трансляцию вместе вести. Да не. Все-таки Согин. Блять, да, ребят, очень догадливо сработано. Да, трошка Согилом буду бахнуть. Нет, я не извинюсь ни за что, блять. Я даже в рот не ебал никого. Так что я не извинюсь. Если бы я кого-то в рот выебал, я бы сказал, извини, с моей стороны было неадекватно. Но я этого не делал. Смотрел вечер-вечер, да, смотрел вечер-вечер, охуенная тема, очень смешно. Как к PM относишься? Блядь, серьезно, пацаны. Охуительно отношусь к PM. Микси или Огил? Огил. Огил более сформированный уже, типа Микси, скорее всего, вырастет в течение сезона. А Огил уже и растит, ну, не так просто, в принципе, потому что он уже, типа, сформированный изначально. Смешарик или Витя Бови, я не знаю, блядь, честное слово. Если, блядь, не знаю, ребят. Вообще вот, я смотрел судейство Версуса последнее, это очень непредсказуемая хуйня, я не понимаю, по каким они критериям судят. Вот от всей души, не могу понять. Они то отдают голоса престижа, то не отдают, я не понимаю, короче, в чем прикол. Они в одном батле отдают, в другом не отдают, и типа, хуй знает, блядь, что к чему. Им надо как-то посовещаться, сесть, типа, как мы вообще будем судить, пацаны, и уже как-то решать. Там за жестикуляцию кому-то голос отдали, я слышал, что-то еще в этом роде, блядь, здорово, браги. Короче, очень смешно. А так, хуй знает. Поэтому прогнозы вообще трудно делать, потому что я вот вообще не понимаю, типа, почему залетает опять очень сильно. Поэтому я не могу прогнозировать, может, он сезон выиграет, а я так и не пойму, блядь, в чем прикол. Когда будут батлить PM и Прогрин, я буду за то, чтобы они хороший батл сделали, и все. Йо, спасибо, браги. Да нет, судьи-то нормальные, я просто не понимаю, как... Вроде ребята шарящие, типа. Просто нет, ну не говно, ну просто мне кажется, они как-то еще, блядь, не поняли вообще сами еще, как это судить на видосе потом. И как у них система устроена, типа, блядь, то, что... Очки засчитываются, даже если ты проебал, типа. Они, может, еще не привыкли к этому, потому что так судят, ну, вообще редко где, я нигде такого не видел. Бабский рэп или гей-порно? Бабский рэп. Хуй с ним, всяко лучше, чем вот это все. Так что да, я думаю, что они вот сейчас пройдет еще круг, и они уже поймут, как судить так, чтобы никого не обламывалось. Чтобы к ним потом вопросов не было по поводу того, что они один батл так отсудили, другой по-другому, блядь. И так далее. На Фиделио? Да на Фиделио не такая же система, по-моему. Я про судейство Микси Браги и про судейство, короче, PM Enrage. То есть, если они считают, что типа... Браги проебал в сухую, то тогда и Enrage проебал в сухую, там не может быть 2-1, как бы, вот с моей точки зрения. Если Enrage не проебал в сухую, то и Браги не проебал в сухую, он заслуживает голос, типа, как минимум. Галат, блин, да норм, наверное, должен быть. Я говорю, они просто не поняли еще, как это должно работать, мне кажется. Судьи будут меняться там, я очень жду Хайда, короче, Хайд, скорее всего, там появится. А как я проебусь-то, я уже билеты взял, лол. Да научится, понятное дело. Кто для тебя самый лучший батл-рэпер? Да нету такого. Все всем проебывают постоянно. Да, Хайд должен быть. Посмотрим, как Хайд будет судить PM еще раз. Лучший батл-рэпер. Не знаю, сейчас я могу сказать, кого мне сейчас интересно смотреть. Мне сейчас
интересно смотреть, типа, подстоя. Текст забудешь. Схуя ли я забуду текст? Что за предсказание, блядь? Нет вероятности ивента РБЛ с Фиделио. Нет, вы видели, кстати, фейковый паблик Фиделио опубликовал, типа, интервью с Габбелской гадюкой и афишу, и там фотки очень криво сделаны в фотошопе, где, типа, был ивент этот, я батлился с Эйшой, там, с РБ с похоронилом. Блять, как меня заебали люди писать в личку, типа, что за батл с Эйшой, что как? Как батл с Эйшой? Что за хуйня, блять? А зачем банить? Батл рэп, да хуй знает, ребят. Непонятно это все. В лице Огила увидишь миксы. Смысл? Не понимаю. Рики Хайт. Ну, типа, вот Рики понимает, кстати, по-моему, извините за очень большое количество пальцев сейчас в объективе, это совершенно случайно. Рики-то вот, короче, шарит, я на какой-то трансляции там наткнулся, тайм-код про PM и Enrage нажал, мне интересно стало. Он сказал, что, типа, там PM выиграл точно, типа, он настолько лучше был во всем остальном, кроме, блядь, ну, памяти, что там вообще нельзя, ну, никак не отдать, типа, голос против. Майлз. Вверх ногами. Вот с этим я за Майлза, ребят, больше всех переживаю. Очень хочу, чтобы он раскрылся. По-моему, он крутой. Ну, типа. Пох, ЗБ, у кого больше шансов. Шансов на что? Вот, и меня реально заебали писать и скидывать эти фотки. Типа, вот, был же батл. Почему вы молчите? Типа, блядь, я понимаю конфиденциальность, но хоть что-нибудь бы вбросили. Пиздец, как люди верят в эту хуйню. Просто я в пейнте лучше сделаю, мне кажется. Что вот такое дерьмо, блядь. Да, афишу опубликовали уже. Там, в принципе, по-моему, никакой толком интриги-то не было. Все знали. С Огилом. С Огилом. Господи, панда, что у тебя за злость такая? Остынь, мужик. На кого злиться-то? На школьников, что ли, там, которые, типа... Бля, ребят, сейчас я тут, мне надо ВКонтактике нажать. Все нормально. Да, ребят, зови меня просто Огил. Там дело не в фотошопе, там просто очень смешно приклеены, блядь. Ну, короче, очень смешно, по-моему, сделаны фотки, и, типа, смешно, что люди, ну, верят в эту хуйню. Огил это лего, типа, по кусочкам, я хз. Я так и не понял, кстати, суть никнейма, блядь, вообще. На стадии подготовки я пытался понять, в чем дело, типа, о чем речь. Нихуя не понял. Кстати, когда Рестер говорит, финалист третьего сезона, пох такой, типа, бля, не напоминай. Ну, бывает, что делать. Часто трансу проводишь? Да так-то часто, че, люблю попиздеть. Какой твой любимый голубь? Влад ПМ лучший голубь на данный момент. Как вы уже сами могли заметить, очевидно, что это, блядь, фаворит, нахуй, в этой команде. Там никого сильнее нет сейчас. Как бы то ни было, как бы там Оксимирон не рассказывал, какие бы вещи сейчас сильнее Влада ПМ, а там нет никого. И это сами баттеры понимают прекрасно, типа. Ну, как я понял. Типа лего-конструктор, огил-деструктор. Блять, что это? Это же наверняка не в этом дело. Как вообще ты придумываешь никнейм свой? Ну, типа вот. Точка, от которой ты исходишь, это слово лего. Ну, это хуйня какая-то, по-моему. Как же западный флоу? Хуета. Типа, рассказы про западный флоу, это хуета. Голуби, блядь, флаг принесли навстречу. Это смешно. Я посмеялся. Не хочет смешной флаг. Надеюсь, Гриша выиграет. Смотря кого, типа. Деконструктор же. Блядь. Ну, сложно, короче, пацаны, сложно. Удачи в батл. Лучший батл МС, конечно, после Дипа. Спасибо. Ну, короче, да, я бы тоже так, наверное, команду не назвал.
Он, по-моему, не желтоватый какой-то, короче, а не белый. Ну, такой он, типа. Если белый, что тогда никто еще не запанчил про это? Про это уже кто-нибудь бы пизданул что-нибудь, мне кажется. Ну, я бы точно пизданул. Кого у вас, блядь, чувак, ты поехавший, что ли? Да, там с девизом. Кто-то у них смог, там не все батлы вышли еще. У них кто-то один, короче, смог прокричать девиз, я не помню кто. Порно-расплата, да. Картавый будет на РПБЛ когда-нибудь, я очень сомневаюсь в этом. Блядь, трилут, чих. Через... Батлеров России, ты просто сейчас мне глаза сломал этим вот попыткой написать слово лучших. Короче, не знаю, дохуя хороших батлеров, их не три, типа не два. И вот к вопросу о лучшем батлере не один, их дохуища. И сейчас их еще больше станет. Так что тут очень трудно. Я вам привет. Так, сейчас тут еще, ребят, нужно кнопочку нажать. Секунду. Заебись. Лучшие батлеры, не знаю. Мне вот сейчас интересно, я сейчас начал батл подстоя пересматривать. Интересное дерьмо. По-моему, круто. Как ты к гнойным относишься? Да как бы никак особо. Ни негатива нет, ни заинтересованности особо. Да, да, портрет. Как настроение к предстоящим батлам? Охуенно. Чейни или ресторатор? Ну, не знаю. Смотря, что ты подразумеваешь под этим вопросом. Что значит чейни или ресторатор? В каком смысле? Как организатор? Не знаю. Ресторатор, наверное, более успешнее в этом смысле. Короче, удачи, минут. Получайся. Ну, по мне, Сойер был, типа, лучше. Не могу сказать, что он его прям разъебал, но я хотя бы понимал, что он пытается сказать. То есть, мне всегда для меня это главное. То есть, форма – это интересно, но содержание для меня всегда важнее, чем форма. Иностранные батлы смотришь, я же говорю, да, подстоя вот начал смотреть. Ну, пересматривать. Смотрю, да. К кому лучше относишься? Не понимаю вопрос, блядь, к кому лучше отношусь. Летай, как бабочка, что прошел. Это смешно. Похвалит. Пиздец. Ну, блядь. Кого ты слушаешь? Да хуя кого слушаю. Я не открою тебе свою аудиозапись. Ни в коем случае. Все время аудиозаписи, если открыты, короче, какой-нибудь урод начинает форсить какую-нибудь песню, которая тебе пиздец как нравится. И она тебя заебывает из-за этого. Так что, ребят, держите аудиозаписи при себе. Никто не должен знать, что вы там держите. Жалко, мальчика на ФБ не взяли. Какой тебе мальчик, блядь? Ебанулся, что ли? По трем выпущенным батлам с ФБ. Что там получается? PM, Unrage, Летай, Сойер. Первый-то какой вышел? Блядь, Браги, Микс, да. Ну, блядь, пока мне радикально не вкатили только Летай, Сойер. Остальные, блядь, ну хорошо. То есть, тем более, блядь, батл PM, ну вот парты PM я пересматривал. Если я что-то пересматриваю, то уже хорошо, я считаю. Хранила бы. А, ну понятно. Да, я вот не понимаю дрочки, короче, на форму. То есть, тем более форма-то, ну, не супер пиздец, как знаете, там. У Вейтбера, вот, например, форма сильная достаточно. То есть, ты наверняка вживую вообще охуеваешь. Но содержание, типа, проебывается. А кто ты? Ты дед. Ты старый хуй, соси себя. Ты че ебанутый, блядь? Пошел нахуй в бан, уебище. Пусть будет вот так, короче. Что значит фраза «соси себя», я вообще не понимаю. Короче, не знаю, типа...
типа, ну не понимаю, короче. Я не говорю, что плохо, потому что, может, я что-то не выкупаю, хуй знает. Ну да, типа, особенно в батл-рэпе, то есть ты можешь слушать что-то приятное на треках, там, когда кто-то валит просто супер технично. Но, типа, в батл-рэпе надо что-то говорить, по-моему. Ну, то есть перед тобой стоит конкретный человек, которому нужно что-то сказать. По-моему, он и так в одну калитку вынес, даже забывая текст, потому что, ну, не знаю, у меня есть ряд батл-рэперов, на которых, которые забывают иногда текст и вообще похуй. То есть, есть люди, которые заебывают этим, а есть люди, которые, ну, забыл, ты типа ждешь, пока он вспомнит абсолютно спокойно и без... Ну, это не убивает вайб, короче, вот. Огил тебя переорет, а я че, ору, что ли, дохуя? Я уж давно поспокойнее себя веду. Голубят своих просто любит. Но вот тут проблема небольшая есть в необъективности, типа, когда он его спрашивает, как тебе вот этот. Он говорит, охуительно, все понравилось, лучше, типа, хотя, блин, я надеюсь, что он им, короче, объясняет, что, типа, чуваки, там над тем-то надо работать. Я думаю, что так и есть, типа, он на камерах говорит, что все лучше. Хост тоже забывал. Но Хост иногда, кстати, забывал так, что прям заебывал, блядь. А иногда, по-моему, с Мунстаром у него он вроде тоже забывал, и ты там типа, блядь, вау, ждешь, короче, пока он продолжит. Ты в кофте Огила? Нет. Но почти. Так. Блядь, чуваки, я иногда вообще, при всем желании, я иногда не могу вкурить, что за хуйню вы пишете, типа, что вы пытаетесь сказать. Мне интересно самому, но типа я не понимаю. Так, чё, я скоро попиздую на стрим Картауму, короче, если кто-то захочет, заходите, там, ну, ненадолго, на часик-полтора. Чайку, так сказать, ебануть. Поэтому я уже, наверное, скоро завершаться буду, минут через пять. В чем суть менторства, я не знаю. Типа, может, они как-то мотивируют и пытаются сплотить команду, я не знаю. Ну, вы видели поддержку, типа, со стороны Мирона, какая поддержка идет, и со стороны Смоки, то, что разного уровня, зал стоит буквально за Мироном, там, в первых батлах, блядь. Это, конечно... Я не помню его третий раунд, но я слышал, что ему Мирон типа, подсказал концепт третьего раунда, но я не помню третий раунд его, честно признаюсь. Нет, у ПМа дохуя разная одежда, он просто это любит. У Огила мама очень красивая, ну, мне не с его мамой батлиться стало с ним. На самом деле мне похуй. Ты говорил, что скучно и спать хочешь, просил писать смешную хуйню, вот я тебе и вот тебе и пишут. Так, блядь, чувак, ты, наверное, не так понял меня. Вот сейчас слушай тогда, блядь, Огил это АО, а АО это Огил, а Огил это Микси, я не курил. Ну и кому ты пиздишь? Очевидно, что ты курил какую-то, блядь, спайсуху. Вот насчет сути менторства, кстати, реально интересный вопрос. Ну, вроде как-то реально это сплочает команду, насколько мне известно. Большое спасибо, мужик. Вайп убивает то, что топят они за все вообще. То есть там стараются шуметь за все. И когда большинство, типа, большая часть зала стоит за Оксимироном, за его командой, это иногда странно выглядит. То есть, когда... На удачные моменты у чувака из команды Смоки не шумят, а за Оксимирона шумят. Но я знаю, что там что-то поменялось, короче. А, вот, кстати, рассказы про тяжелый страгл – это вообще пиздец. Заявку на 5-й ФБ, да, что-то пока не тороплюсь, слушай, не очень интересно. Ну, мне не нравятся такие телеги, потому что, короче, таких городов, таких людей сплошь и рядом. Типа, знаешь, вряд ли ты мне расскажешь что-то новое, что я не слышал уже об этом.
Я вот не люблю эти рассказы, это было вот у Шума против Эйпхантера, это было типа, это дешевый трюк, жаловаться на свой тяжелый путь, что-то там, типа, всем похуй, через что ты прошел, важно, куда ты идешь. Ну, трушка, типа, всем на самом деле это поебать, как бы. Ну, как мне кажется, лично мне, типа, там, когда чел стоит и рассказывает за свою тяжелую жизнь, ты батл-рэпер, блядь, вот перед тобой стоит человек, с которым, которого тебе нужно одолеть. Зачем ты рассказываешь, как тебе было тяжело? А, ну выиграет один. Ну, кстати, я не знаю. Ну, я думаю, они разберутся, что-нибудь думают с этим. Ого, кто был бы круче, чем Смоки, как ментор? Фу. Интересный вопрос. Дело в том, что по уровню медийности и вот по скиллу был бы идеальным ментором, очевидно, Гнойный, короче. Ну, это понятно. Что, как бы... Ну, он в батл-рэпе шарит, как бы, так или иначе, хотя бы в русском и достаточно хорошо. Ну, и он достаточно известен. Вот. А так, не знаю. Ну, Хайд, хуй знает тоже. Ну, может, Хайд. Да и Смоки, типа, этим ментором, по идее, может быть, кто угодно, мне кажется. Ну, то есть, наводить шум там, с командой встречаться, разговаривать с ними, все такое. Там, ну, много не надо, типа, уметь. Ну, в смысле, сильно шарить в батл-рэпе, мне кажется, не надо. Если я правильно понял, типа, о чем они говорят, все такое. Ну вот, по поводу делиться опытом, да, тут сложно людям делиться опытом, у которого... Вот сложно делиться опытом, если у тебя его реально меньше, короче. Я просто слабо себе это представляю. Но, да нет, они, типа, на мотивацию уже ставили изначально. Они говорили о мотивации, типа, что они будут мотивировать, все такое, короче, вот. То есть там... Типа, прям речи о каком-то обучении не было. Понятно, что там ты должен сам расти. ЗБ был бы прекрасным ментором, ребят. ЗБ был бы отменным, отменнейшим ментором. Я вам говорю, он так мотивирует, ебанетесь. Мотивация от ЗБ, это, блядь, дорогого стоит. Вам никакой смокимо такого не даст. Огил сам тебя вызвал? Нет. Я был за то, чтобы побатлить с Огилом. Сектор, привет, это Смоки Мо, привет, Смоки. Вот, типа, я сам, короче, скорее я инициатор, но я давно слышал, что он хотел со мной забатлить сам, поэтому похуй вообще, кто кого. ПМ у Гнойного в команде, блядь, самое смешное, что если бы Гнойный был ментором, он бы выбрал ПМа, короче, мне кажется, это был бы пиздец. Было бы очень смешно. Не знаю, как бы он там поддержку оказывал, но, типа, это было бы уморительно, мне кажется. Вы представьте себе встречу, встречу менторов, блядь. Ну, типа, где Гнойный, ПМ сидит, короче, там, Летай какой-нибудь. Это же пиздец, я бы, нахуй, там, от смеха умирал, блядь. Да, конечно, будут судить, как они решат, что... Ну, типа, как решать, кто выиграл? Конечно, будут судить. Там же победитель, типа, выясняется. И что такое, блядь. Так. Ну что, ребят, завершаться будем, наверное. Я так, на самом деле, хотел про предстоящий батл попиздеть, но что-то оказалось, что... Что там пиздеть-то, короче, батлить надо. Давайте, наверное, всем пока. Счастья, здоровья. Блядь, Марк, я уже уебываю. Давайте, все, завершаю это дерьмо. Как, блядь?